Итак, массаж стопа Будды. Теперь переходим к шее. Ну, какой-нибудь упор, чтобы держаться. Мягко сводом стопы вот так вот обхватываем. Понадавливали вниз. Понадавливали в сторону плечей. В сторону затылка. Прямо так, чуть подворачиваем так стопу. Покрутили вот так. Терпимо? Да. Вот, лучше внутренним сводом стопы, потому что он полукруглый. И теперь смотрите, упираюсь тут в акромиальный отросток, а здесь в затылочную кость. Так раз, и по спирали его немножко вот растягиваю. Чувствуется? Да. Вот тут в акромиальный отросток и теперь сюда. Вот, в плечо сильнее давите так, чтобы прям тянулось. Ну и так попружинить немножко можно. Не больно же? Нет. Вот так вот исправляем лордоз человеку. На наших тренингах у Олега Алафа Гудвина, если вы будете с нами, то вы получите максимальную пользу для своего здоровья и для своих навыков профессионального массажиста, мануального терапевта. Пока-пока.